Здравствуйте, дорогие друзья! Много исследователей реального прошлого неоднократно обращали внимание на то количество кирпича, которое пошло на постройку старинных зданий. Неоднократно задавались вопросы о том, откуда взялся весь этот кирпич, где его производили и как доставляли. Даже были попытки посчитать объемы этого кирпича, а также затраченного времени и человеческих усилий. При этом цифры получались весьма впечатляющие. Что еще больше озадачивало? Откуда же весь этот кирпич? Команда канала «Неофициальная история» уже несколько лет озвучивает ответ на этот вопрос. Так, в 2019 году вышел фильм, который называется «Что же не так с нашими храмами? Ответ найден». В том фильме мы на примерах разбирали, почему большинство зданий, которые в наше время считаются храмами, не могут ими называться как с канонической точки зрения, так и с точки зрения архитектуры. И вот сегодня хочу показать вам еще один пример в Москве. Вернее, даже пять примеров, стоящих буквально бок о бок и расположенных на склоне. Сегодня речь пойдет о подворье храмов в Зарядье. Здесь расположены церковь Варвары Великомученицы, церковь Максима Блаженного, собор Знаменского монастыря, церковь Георгия Победоносца, а также просветительский центр православной семьи во имя благоверных Петра и Февронии. Помимо храмовых сооружений – Здесь же расположены два музея – Старый Английский двор и Палаты Бояр Романовых. Но что самое интересное, стоят все эти сооружения вдоль линии перепада высот таким образом, что теоретически с улицы Варварка можно войти сразу на второй этаж любого из перечисленных зданий. Друзья, вам это ничего не напоминает? Особенно учитывая, что рядом река. При этом расстояние между крайними зданиями всего 300 метров. Понимаете, 300 метров. И здесь уместились три обычные церкви, монастырь и еще ряд других каменно-кирпичных построек, включая два музея. Конечно, ничего необычного здесь нет, особенно учитывая, что в шаговой доступности расположены еще четыре церкви и собор. 149, сейчас 150, все. Ребята, в этом городе львов больше, чем жителей. Друзья, не слишком ли много сразу? И все это хозяйство официально так и называется – подворье храмов в Зарядье. То есть то, что это единый комплекс, даже не скрывается. Специально для тех, кто лично видел, что это так строили, хочу показать вот этот рисунок. Это Ницинский медиплавильный завод на Урале. Ничего не напоминает? А это крепость Миот. Еще ее называют крепость Хаджок. Находится в республике Адыгея. Красивая такая крепость, правда? Туристам, которые приезжают на нее посмотреть, тоже нравится. Однако, знаете ли вы, что эти башни в прошлом были печи по обжигу извести? Теперь точно знаете. Обратите внимание на зубчики и красивые больницы. Несмотря на свое технологическое прошлое, сейчас это место официально так и называется – крепость Меот. Но вернемся в Москву, в подворье храмов в Зарядье. Согласно официальной информации, все эти здания старинные, основанные в 15-16 веках по современному летоисчислению. Я сейчас не буду зачитывать официальную историческую справку по каждому зданию, ибо это очень много информации. В описании под фильмом есть ссылка на официальный сайт. Кому будет интересно, почитайте сами, там очень красноречиво написано. Давайте только отметим общие моменты, которые касаются всех построек. Как сказано, на официальном сайте Зарядье.ру Цитата. Продолжая политику отца, московский царь Василий III Иоаннович активно перестраивал город в соответствии с его возросшим статусом. Москва осознавала себя как Третий Рим и Второй Иерусалим, столицей мирового православия. Демонстративным было приглашение мастеров-архитекторов из Первого Рима, то есть из Италии. Конец цитаты. Друзья, теперь понимаете, почему по официальной версии истории многие шедевры архитектуры у нас – строили именно итальянцы? Да потому что Третий Рим и Второй Иерусалим. А если следовать этой логике, то строители из Первого Иерусалима – это масоны. Так что ли? Еще все здания объединяют пожары. Помимо пожара 1812 года, ранее также все без исключения церкви горели. Практически в одно и то же время. Все без исключения потом перестраивались, и всегда находился некий купец или боярин, выделявший на это деньги. И если внимательно изучать официальные документы, то оказывается, современные церкви стоят на старых подклетах, сохранившихся от прежних построек. Немаловажно будет отметить тот факт, что водочный король и создатель всемирно известного бренда Петр Арсеньевич Смирнов вел свой алкогольный бизнес здесь же, на Варварке. Какая ирония! Вода святая и вода огненная всегда рядом. А теперь давайте посмотрим под другим углом на то, что у всех на виду. Это просветительский центр православной семьи во имя святых благоверных Петра и Февронии. Эта бело-розовая полосатая раскраска старсоздания сделана не для красоты, как может показаться с первого взгляда. Это обычная штраба для перевязки стен, так как это здание было длиннее по направлению к Москва-реке. И это не просто догадка, на старых фотографиях это прекрасно видно. Здесь мы видим, как арочная дверь превратилась в прямую. А здесь одно окно переделали в прямое, а из другого сделали дверь. А с другой стороны этого здания двери сделаны из обоих окон. Здесь мы видим кирпичную кладку возле подпорной стены, которая выполнена вообще современным кирпичом. А где-то кирпичи даже нарисованы. Называется, реставрировали как могли. Переходим к собору иконы Божьей Матери Знамения. Друзья, видите дверь вверху? Как вы думаете, зачем она там и куда вела? Это не окно, а именно дверь. Старинная, железная. Причем, если посмотреть фотографию 1890 года, то этой двери там нет. И стена ниже этой двери ровная и оштукатуренная. А подойдя ближе, мы видим, что на самом деле это здание было больше – по торчащим кирпичам становится понятно, что здесь были стены и арочные проемы. Говоря простым языком, в 19 веке при переделке здания дверь наверху заложили, стену заштукатурили, и потому на старой фотографии она окажется ровной. А при реконструкции в конце 20 века, когда сняли штукатурку, обнажились остатки арочных проемов и стен, которые делали это здание больше. Таким образом, мы видим, что искажение и сокрытие фактов имели место уже в XIX веке. А основываясь на многолетнем опыте исследований, скажу, что именно в XIX веке и было массовое искажение прошлого. Кстати, друзья, надеюсь, вы заметили, что у этого здания есть контрфорсы. Официалы, конечно, скажут, что это сделано, чтобы собор не сполз в реку. Причем, заметьте, контрфорсы есть только в этом месте здания. На старых фотографиях этот контрфорс также уже имеется. Вдоль Заваленки в облицовку вделаны такие гипсовые таблички, чтобы подчеркнуть древность христианского храма в кавычках. Также под старину оформлена новодельная вытяжная труба московского метро. Друзья, это был всего лишь маленький пример большого искажения истории. Если вы живете в Москве, сходите в заряде сами, посмотрите под иным углом на давно знакомые вам здания и сооружения. Если вы не живете в Москве, то когда будете планировать свою следующую поездку в Москву, уделите время на посещение этого комплекса. Поверьте, оно того стоит. На этом я с вами не прощаюсь. Развязка уже не за горами. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.